Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о штрафах за нарушение запрета на использование анонимайзеров. Согласно документу, за неисполнение оператором поисковых систем обязательств по получению доступа к реестру Роскомнадзора граждан будут штрафовать на 5000 рублей, должностных лиц на 50 тысяч, а юридических на сумму от 500 до 700 тысяч рублей. Такие же штрафы грозят операторам за выдачу ссылок на заблокированные сайты. Документ вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования. Закон о запрете анонимайзеров действует с ноября прошлого года. Он обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. В противном случае заблокируют их самих. Кроме того, операторы поисковиков должны прекратить выдачу ссылок на запрещенные ресурсы. Подписывайтесь на канал и оставайтесь в курсе последних событий.